Индивидуально ошибся, должен партнер просто подстраховать, а говорить там, кто конкретно ошибся, да, и почему защитник виноват, нападающий, ну, это просто некорректно, это разбивает команду, поэтому, ну, мы все вместе, говорится, залезли, да, сюда, и это такое не очень хорошие, да, результаты, вот, будем все вместе выбираться, по-другому никак, если мы будем как-то делить сейчас команду, то ничего хорошего, еще хуже не будет. Сегодня у вас был один такой бросочек, прям чудовищной силы шайбы не видно было, когда будут еще такие, почему их так мало? Мало бросков. Да, почему так мало бросков у вас именно вот таких убойных? Вот в первом периоде бросок был, сблокировали, то ли поймал. Ну почему мало? У вас такая пушка здоровенная. Ну как почему? Мы же, я говорю еще раз, если бы, знаете, я там брал шайбу и бросал это всюду сам, то ну, как, мы же не можем правильно, кажется, он засеивает. Мы же играем все вместе, у нас выходит 5 человек на лед, и 5 человек ходит, хочет, все хотят забить гол. А то, что нет бросков, есть момент, стараемся бросать, нет момента, поэтому и бросков нет, значит нет момента удачного для броска. Пытаемся, находим какие-то решения, все равно то, что мы играли на выезде, я считаю, дома, по крайней мере, первую игру абсолютно, ну, как бы, другой, какие игры, мы на выезде совсем не то играли, что должны были делать. Вот, позавчера сыграли так, как нужно, сегодня, ну, опять же, говорю, какие-то такие провалы серийные, они, конечно, надо убирать. Будем разбираться. Спасибо. Удачи. Спасибо. Удачи.